Всем привет, кто там подписан, не подписан, подписывайтесь, смотрите. Приехали посмотреть трактор, выставили на продажу. И вот решили снять такой интересный Т-16. Сейчас посмотрим, что тут как. Вот у него сделан такой отвал. И навеска прилеплена. Да. МТЗ, а где ты 40, ты еще? А, ну это у него просто хер не пойми что как бы сделано. Ну так, принцип, что этот весь верх МТЗовский, раскос МТЗовский, здесь, ну из чего было, из того лепили, на цилиндр, это кузов, на кузова у них тоже все. А, уже рулевая, вон смотри какая. Были, они были с дозатором и без дозатора. У нас то Т-25 без дозатора, вот стоит дозатор у него на рулевой. Колеса 66 или Уралой, ну кто знает, напишет в комментариях, я не помню, какие сюда подходят, по моему ураловские. Проводка. Ну, задумка интересная. Только до ума довести, а так нормально. Сейчас посмотрим, что движок. Что у него тут? Два кресла. Ну тут вообще люфт. Люфтовый. Люкс-салон. Да, люксовый. Аккумулятор. Распределитель. Интересно стоит на них, да? И ГУР. Колонка. Вот такую бы нам, да, на Т-25. Да. Так, сейчас посмотрим движок. Т-25, стартер уже нового образца, редукторный, генератор тоже, видать, рабочий, потому что все перебирали. Задняя навеска тоже переделанная, ну. Как у него была, которая не двигается. Глушитель такой интересный, прогоревший, пучковый. Ну, а поршневую, видать, у него меняли. Цилиндры все новые стоят. То есть перебирали. Двигатель, не знаю почему, тогда не выкинули этот насос. И воздухана так. 90-го года. Тракторёк. Тракторок такой. По шайбе шильде, так что как-то вот так. Ну ладно, такое небольшое видео, просто так сняли, то есть кому-то может будет полезно, навеска вот эта вот вся, и так для истории, скажем так. Ладно, комментируйте, что тут и как, правильно или не